Сейчас сплетем с вами объемный шнур, с которого можно делать браслеты. У нас с вами 4 шнура. Крайний, правый, крайний, левый — это у нас рабочие нити. 2 центральных — это основа. Но мы их тоже будем использовать. Начнем с того, что возьмем крайний правый шнур, положим его на основы влево, а крайний левый шнур крест-накрест на основы вправо. Теперь берем 2 шнура основы, их концы просовываем над этим крестом между самих шнуров основы в центре, сверху. И вытягиваем, придерживая вот этот крест, вытягиваем шнуры основы. Затем подтягиваем шнуры рабочих нитей. Делаем все не торопясь, аккуратно. Вот у нас с вами первый узел получился. Теперь опять крайний правый влево, крайний левый крест-накрест вправо. Раздвигаем шнуры основы. Берем их концы и оборачиваем вокруг креста сверху вниз и тянем. Затем подтягиваем шнуры рабочих нитей. Так потихоньку за одни шнуры и за другие подтягиваем. Второй узел готов. Опять крайний правый влево, крайний левый крест-накрест вправо. Раздвигаем шнуры основы. Берем концы шнуров основы и оборачиваем крест сверху вниз и тянем вниз, придерживая крест. Подтягиваем шнуры рабочей нити. И продолжаем так столько раз, сколько нам нужно, чтобы получился объемный шнур. Справа налево, слева направо. Шнуры основы раздвинули, обернули вокруг креста, затянули. Шнуры рабочей нити тоже затянули. Дальше проще идет, когда уже руку набьешь. Продолжим. Справа налево, слева направо. Раздвигаем шнуры основы. Их концы оборачиваем вокруг креста. Тянем, не торопясь. Подтягиваем, дотягиваем узел. Давайте еще один сплетем. Справа налево, слева направо. Шнуры основы раздвигаем, оборачиваем вокруг скрещенных шнуров рабочих нитей. Затягиваем и затягиваем рабочие нити. Получается такой объемный шнур, достаточно красивый. Из него можно плести как раз браслеты. Ну и на крупном макраме он тоже очень даже симпатично смотрится. Спасибо.